А что, снимаем уже? Hey, ловите мой вкусный привет, ребят, меня зовут Настя Рассел, ты смотришь Попкейк ТВ. Я знаю, что многие из вас слышали про такие слова, как автопати и припати. И я даже знаю, что многие из вас пытались проникнуть в эту закрытую обстановку, чтобы узнать, что же здесь делают звезды. Поэтому сегодня я не могла не воспользоваться случаем и приехала на припати премии жары. А приехала я сюда, собственно, для того, чтобы показать вам и раскрыть все карты. Давайте посмотрим, что же звезды делают на припати премии жара. Мы уже снимаем, что же звезды делают на автопати. Не поделишься с нами секрет? Всегда все на тусовках приходят зачем? Пожрать. Мы сейчас с Сашей Малиновским стояли, болтали. Можем покушать, немного выпить. Они общаются офлайн, потому что это такая на сегодняшний день уже редко приобнять, поцеловать. Делятся какими-то, может быть, секретами, какими-то достижениями. Некоторые даже умудряются показать свои демо-записи. Просили штаны. Сколько штанов ты просидел на припати, автопати? Я очень редко бываю на припати, на автопати. Я очень редко появляюсь на таких мероприятиях. Но и когда я появляюсь, то я не могу сидеть на месте, потому что вокруг друзья. Пока всех обойдешь, пока со всеми поздороваешься. Если кто-то выпьет, то будет совсем весело. Если кто-то не выпьет, то уедет домой или на другие съемки. Кто-то там носу ковыряется, можно подснять потом на Life News. На припати все спокойно, организовано все очень хорошо, весело. Сейчас только начало, выступили несколько артистов. Все очень круто, ждем своего выступления. Ох, ну такого от звезд я не ожидала. Натан просиживает штаны, кто-то признался, что выпивает, а кто-то признался, что даже плюнул кому-то в тарелку, но это по секрету. Ну, мои шпионские расследования не должны пройти просто так, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и также не забудь подписаться на инстаграм Popcake TV, ведь там все самое вкусное. Пока!